После воскресного ливня с улиц города вывезли 120 тонн мусора. В городе продолжают устранять последствия непогоды. В первую очередь с дорог и тротуаров убирают песок и мусор, который принесло с дождевой водой. В первые часы после дождя несколько участков затопило, причем в неожиданных местах. Так, например, на перекрестке Московской и Романа Ердякова машины ездили по бамперу, а то и выше в воде. По улице Ленина в районе пересечения со Спасской сплошным потоком текла вода. В администрации города отчитались, погоде готовились заранее, в низких местах чистили ливневую канализацию и ремонтировали колодцы.